мы представляем Product Information Center, сокращенно ПИК. Это Алексей. Он работает механиком и хорошо разбирается в автомобилях. Ежедневно он сталкивается с самыми разными моделями. От компактных до больших, от эконом-класса до класса люкс. В вопросах ремонта Алексею нет равных. Каждый автомобиль уникален, поэтому любой ремонт компонентов ременного привода ставит перед мастером новую задачу. Раньше Алексею приходилось всю информацию и инструкции по монтажу деталей выискивать самому. Это же ворох бумаг. Неужели нельзя все сделать проще? Можно. С помощью Product Information Center компании ContiTech. Платформа предлагает Алексею информацию о любом изделии ContiTech. Все на одном сайте и все актуально. Если Алексею надо установить новый приводной ремень, прежде всего он ищет информацию в ПИК. Здесь он сразу найдет все характеристики компонентов, инструкции по монтажу и советы по установке. А в случае возникновения вопросов, ему окажут поддержку технические специалисты горячей линии. Наконец-то покончено с устаревшей информацией и бумажной волокитой. С помощью ПИК Алексей получает простой и открытый доступ ко всей информации. Но как ему сориентироваться в таком количестве материала? Очень просто. Наименование изделия Алексей вводит на веб-странице ПИК. Или сканирует QR-код на упаковке с помощью смартфона. Так он находит всю информацию о товаре наглядно и удобно. Алексей с помощью бесплатного портала экономит массу времени. В защищенной области сайта он может запросить все инструкции по монтажу в виде виртуального документа. Необходимый для этого код находится на упаковке. Регистрироваться в ПИК Алексею не нужно. Благодаря полезным советам по монтажу и разделу вопросов и ответов по многим деталям, он теперь всегда на шаг впереди. Это радует и его клиентов. Больше о ПИК можно узнать на сайте www.contitech.de/pik.